Необычный эксперимент на днях провели на Урале. На заводе в Серове повары и металлурги соревновались, кто быстрее сварит свое блюдо – суп и сталь. Технология варки, как оказалось, ну, почти одна и та же. Раньше металлурги тратили больше 10 часов, чтобы получить сталь в мартеновских печах, рассказывают на заводе. Теперь же в современном электросталеплавильном цехе на это уходит лишь 47 минут. Ровно столько же потребовалось и шеф-повару серовского ресторана Ивану Тимонину на приготовление необычного супа. По ходу дела выяснилось, что рецепт молекулярного блюда схож с технологией производства стали. Необычное блюдо попробовал металлург с 13-летним стажем Руслан Хуснетдинов. Ему понравилось, такого твердого супа он никогда не ел. Звездная пара Тейлор Свифт и Том Хиддлстон распалась. Судя по фото, американская певица не унывает. Папарацци застали Тейлор, гуляя.